Кто-то явно хочет отправить меня в больницу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы проходим «Зло внутри». Итак, продолжаем вспоминать. Что у нас? Чемоданчик. Дневник. Итак, март 2005 года. Плохая новость. У меня новый напарник. Хорошая. Майра сказала да. И даже плохая новость не катастрофа. Джозеф отличный детектив, и мы с ним прекрасно ладим. Кримсон Сити нужны такие полицейские, как он, и работать вместе с ним честь для меня. Но иногда мне кажется, что мы плывем на лодке с огромной пробоиной в днище. На каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых. Только департамент защищает граждан от уголовников, но у меня такое чувство, что последних больше. Так, открылось окошко. Что у нас здесь? Разрывной болт. Отлично. Давайте-ка сходим. Очень важное для меня? Ну да, как же. Так, мы появились уже не в палате, кстати. Вы давно к нам не заходили. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас ключики. Два ключика. Так, ну тут что-то не забрали, да? Отлично. Что, давайте откроем, допустим, этот. Так, простой гарпун у нас максимум. Ну и, наверное, вот этот. Патроны для пистолета, отлично. Ноги он дверь не вышибает здесь, что ли? Шесть шестьсот всего. Тогда, наверное, я прокачиваться не буду. Вот. Так, если у нас тут что-нибудь на доске пусто. Свежая пресса. Вот свежая пресса. Поиски серийного убийцы зашли в тупик. Местные жители надеются на лучшее. По словам полиции, отсутствие новых улик свидетельствует о том, что серийный убийца затаился или уехал. Сохранились. Еще один фрагмент взяли. Пятый эпизод в глубинах. Здесь у нас закрыто. Безногий труп лежит. Так, тут максимум. Опа! Куда он делся? Куда труп делся? Воу-воу-воу!
И где эта тварь? Фу. Так, парень, давай-ка мы тебя так... Воу! Ни хрена. Хотел сзади подкрасться. Пусто, что ли? Вон там кто-то стоит. Да ладно, он исчез. Тварь невидимая. Жесть, короче. Фу. Так. Здесь пусто. Отлично. Зеленую жидкость взяли. И что я такого смешного сделал? Ничего нету. Во, какая баночка-то. Сразу 1000. Похоже, мне нужно спуститься. Так, давай-ка здесь сначала посмотрим, а потом спустимся. Что-нибудь нет. Так, похоже, здесь ничего нету. Во-во! Кто-то прикрепил статую на мышь. Ну-ка. Сюда иди. Дай мне ключ. Можно крысу поджечь. Не будем тратить спички. Так, возьмем гель. Так, еще у нас патроны. 2 патрона всего. От ружья. Спички максимум. Кстати, надо будет как-нибудь спички прокачать, а то слишком маловато что-то как-то. Так, это... Куколку не разбить. Куколка. Отлично, контрольная точка. Заперто. Нужна карточка-ключ. Так. Ищем карточку.
Опа, опа, опа. Опять этот невидимый чувак. Блин. Ну где ты, тварь? Эх. Черт. Отлично. Блин. О, как я вас ненавижу. Отлично, отлично. Поджигай давай его. Против таких вот невидимых лучше всего использовать дробовик, но патроны-то, патронов-то нет, а так оно эффективное оружие. Радиус поражения больше. Вижу. Отлично. Всего один. Но лучше, чем ничего. Здесь пусто. Так, 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 беги, беги, беги. Фу. С ними главное на месте не стоять. Все будет окей. Еще одна куколка. Здесь у нас что? Нет, ничего. О, целых два патрона, отлично. Аптечка. Здорово. Эта карточка-ключ принадлежала работнику больницы. Кажется, на ней кровь владельца. Отлично, взяли карту. Все, возвращаемся к двери, наверное, да? Больше у нас здесь некуда идти. Воу-воу-воу-воу. Зашел, ублюдок. А, второй патрон истратил. Давай-ка. Отлично. Как-то так. Так, нам сюда.
немножко геля. Опа-опа, Рувик. Ты же ты меня ведешь, а? Надо будет, кстати, прокачать пистолет еще, потому что все равно чаще всего им пользуемся. Что такое-то? Почему все мутное? Опа, дверь появилась. Что мутное это все стало? Что происходит? Это дырки на полу. Мозг, глаз, сердце. Подсолнух. Нет, здесь ничего больше. Так. Там был изображен подсолнух, да? Давайте выберем подсолнух. Ничего не видно, блин. Кто кряхтит-то? О, отлично. Поглощение сознания подопытного. Симптомы: острая боль в стволе мозга у точки ведения. Затем, по мере расширения капилляров, постепенно усиливающееся кровотечение. Со временем деградация этого эго порождает сильные суицидальные тенденции. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. Кто кряхтит-то? Так, что здесь-то у нас нарисовано? Вот такая штука. В принципе, несложно, да? Внимательно рассматриваешь комнату, картинки. Так а почему все здесь мутно? Нифига не понятно. Вообще кто-то плачет. Да
Давайте почитаем. Записка из подземного комплекса. Он лжет. И притом собственному сыну, своей плоти и крови. Это возмутительно. Ушла в лучший мир? Что за лицемерие? Что за тупой святоша? Я знаю правду. Я знаю его лучше, чем он сам. Он снова пытается меня наказать. Ему всегда не нравилось, что мы так близки. Ему кажется, что он может использовать это против меня. Да за кого он меня принимает? Лаура жива. Так, давайте посмотрим. Вот такая шестеренка там. Отлично, и что-то должно сейчас произойти, да? Собственно, была головоломочка, значит. Ну, по большей части она посложнее, головоломки, чем были в том же четвертом резиденте. Что, в четвертом резиденте слишком уж они какие-то легкие там. Вот. О, мой напарник. Джозеф. Джозеф. Слава богу, ты цел. Не знаю, кто я. Но явно не цел. Это ты меня сюда принес? Господи, что случилось? Голова словно... Ты это слышишь? Нужно отсюда выбираться. Идти можешь? Yeah. Да, я. Джозеф. Так, лечит спутника, медикаменты при этом не расходуются. Отлично. Рано меня испытывать со счетов. А, списывать со счетов. Испытывать. Хорошо, что медикаменты не используются. То их и так сложно найти. Так. Давайте возьмем. Надо выбираться отсюда. Так, лужица можно поджечь. Значит, что-то сейчас будет. Сколько шкафчиков-то? Пусто. Пусто. Чё, они все пустые, что ли? О! Это уже мне нравится. Хоть и два, но... Что-то. Так, какой-то идет набор боеприпасов. Значит, сейчас по-любому что-то будет. Блин, половина пустых ящиков. Давайте от греха подальше. Ha ha!
О, черт. О, Играй. черт. Будь начеку. Так, ладно, ребята. Давайте-ка. Давайте по одному. Подходите, подходите. Молодцы, молодцы. Молодцы. Там еще кто-то, что ли? Джозеф, я иду. Молодец ты какой. Так, у меня спички кончились. Джозеф, красавчик. Так, у меня патронов нет, да? О, этих аптечек. Фу, блин. Забудал спичек. Плевать, короче. Так, аптечка, отлично. Я почему-то так и думал. Жозеф, давай. Ладно, я сам. Так, гарпун максимум. Снова спускаемся все ниже и ниже. Прямо в глубины, как и название эпизода. Хитро. Зачем ее вообще заминировали? А пройти-то тут мы сможем? Отойди. Попробую обезвредить. Так, давайте лучше отойдем. Сейчас скрыванет. Так, я надеюсь, защищать его не придется. Что это за звук? Какой-то будто электронный, но... Джозеф, послушай, после случая с Коннелли я думал, я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Слушай, давай вначале выберемся отсюда. Здесь творится какая-то чертовщина. Да. Так, не вставай к нему спиной, пожалуйста.
Отлично, спички. Промазали. Патроны для ружья. Давай побыстрее. Так, нам можно, кстати, прокачаться, да? Давайте качнем персонажа. Я знал. Что ты знал-то? Вы давно к нам не заходили. Так, что у нас? О, свежая пресса есть, да? Пациенты психбольницы заявляют об издевательствах. И это только верхушка айсберга. Пациенты психиатрической больницы «Маяк» утверждают, что неизвестная организация проводит над ними эксперименты по управлению поведением. Так, вот 17700, это уже что-то. Так, что же мы качнем? Давайте-ка качнем здоровиться. Вот. Качнем ускорение, да? Теперь с оружия. Наверное, пистолет. Так как мы чаще всего его используем. Как ни крути, но пистолетом мы пользуемся чаще. Так, и у нас, по-моему, есть ключик, да? Один. Давайте, к примеру, вот этот. Отлично. Еще 5700. Так, 5700, и что мы можем за 9 урона от рукопашного? Давайте запас лучше. Да? Спички. 7 спичек можем носить. Так. Давайте шприцы еще. Еще один наш напарник, отлично. Кидман, вытащите меня отсюда. Погоди, это еще одна ловушка, смотри. Более сложная. Джозеф, ты в порядке? Да, все нормально. Думаю, тебе лучше спуститься. Держись, я сейчас. О, начался экшен, ребята. Ну-ка, ну-ка. Черт, давай быстрей. Поджечь, поджечь. Yes. Вот они. Бери. А, черт.
еще патрон. Так что ты? Давай, гори. Беги, беги. Сколько это тут этих тварей? Конечно. Черт. Блин. Здорово. Топорик. Ну-ка давай. Сжигай, тварь. Топорик. Берегись, у них динамит. Где динамит? Твою мать. С топором здесь. О! Fuck. Твою мать. Собирай, собирай. Себастьян, они над нами. Так, топорик, топорик. Где топор-то? Укрытие, они вооружены. О. О! Что это было? Так, давайте-ка. Да ё-моё! Тварь, а! Ну, беги. Динамиты. Кто там все динамиты-то кидает? О, жесть, короче. Притворился засранец, да? Берегись, у них динамит. Да блин. Это уже все? Кажется, это еще не все. Еще пруд. Да ладно, сколько можно? Не геройство, отходи. Да на тебе. Давай ты. Блин. Так, у меня ружье есть, да? Гори, толстяк. Я больше не могу. И ты гори. У тебя есть аптечка? Есть у меня аптечка. Воу-воу-воу.
топор. Сейчас у тебя. Да ладно. На. Да ладно. Ай! Взрывайся ты давай. Кидман нужна помощь. Да я в курсе. Могло быть и хуже. Тебе стоит на это взглянуть. Да, ребята, это была жесть. Просто жесть, реально. Фу. Я ж немного вспотел. Открыть не получается. Думаю, где-то здесь должна быть еще одна панель управления. У нас мало времени. Куда идут эти кабеля? Я скажу. Говори, что делать. Опа, опа. Время пошло. Давай быстрее. О-о-о-о, ребята. Да ну нафиг. Да я в курсе. Посмотри на панель управления. Там такие же цифры блата, да? Ага, верхний и нижний. Выстави верхний на 22, а нижний на 5. 22. Ты в порядке? Джозеф, Кидман. Жесть. Только всех освободил. Держитесь, я иду. Так, и снова... Куда они делись? И снова подземелья какие-то. Блин. Что это? Ну, да ладно, блин. Да что ты? Да отвалите вы. Последний, да, у нас шприц? Больше нету шприцов, блин.
Пусто. Джозеф! Джозеф! Отлично, я их слышу. Воу. Фу, опять в кровь. Ну сколько можно-то? Kidman, you there? Kidman, ты здесь? Руки гвоздями прибиты. Жесть. Держитесь. Так, этого я не успел поджечь. Жига. А, у меня нету под. Нету этих. Спичек. Спички закончились, блин. Толстяки. Ну ё-моё, опять. Себастьян! Себастьян! Да что ты? Воу, 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 воу. Давай быстрее. Есть, толстяк готов. Остался один. Да что ты? Столько патронов истратил, ну. Звездец, а? Вы целы? Все в порядке. Пара синяков, а так все нормально. Пара синяков, блин. Ни патронов, ни черта нету. Похоже, дверь заперта с другой стороны. Себастьян, может поднимем эту штуку, а Кейден пролезет и откроет с другой стороны дверь? Поможем, ладно. Ладно. Let's get going. Идем. Пойдем. Я так рад, что вы живы. Странно, почему они поймали тебя, а не убили сразу? Может, он решил, что я не опасна? Он. Опять эта дверь. Так, ребята. Дневничок.
Приглашение на свадьбу. Детектив Себастьян Кастеланос и детектив Майра Хэнсон счастливы пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу 17 сентября 2005 года в полдень. Отель «Веранда», Кримсон Сити. После церемонии фуршет. Так, ну что, пока не будем ничего там делать, да? Пойдем дальше. Так, здесь ничего не сделать, да? Остается спуститься вниз. Воу. Да ладно, еще живой. Держи. Все, сдох. Отлично. Так, гарпун. Ну залазь ты. Заминировано. То что-то. Снаряд для арбалета огонь, временно замораживающий врагов. Большинство врагов после замерзания будут разбиваться. Вот это не чушная такая штучка. Все, что ли, обратно? Ой, 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 ой. Отвалите, а. Что это было сейчас? Нафиг, ребята, ребята, нафиг. Идите. Идите нафиг.
Аптечка, отлично. Да ладно, блин. Черт. Опа, опа, дверь закрыта. Огня, смотрю, боишься. Вот оно чё. Ой, воу-воу-воу. Где ты? Ключик. Ну-ка. Да что ты? Так, вот куда тварь убежала, да? Ого. Так, тварь огня боится. У меня спичек-то нету. Факел. Угу. Вон оно чё. Да-да, я припоминаю это место. Ты тварь. Лови. Ну что ты, беги давай. Воу-воу-воу-воу. Ой, вон она где. Опа-опа. Бегом-бегом-бегом. Тварь, ты где? Вон ты где, да? Давай-ка. Лови. Черт, 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 черт. О, нет, нет. О. Спускайся, спускайся, давай быстрее, ну! Не тормози! А, не работает! Черт! Давай, тварь, подходи! Ближе, ближе, ближе! Все? Фу, ребята. Мы зафигачили ее. Отлично, 8000. Крутяк. Друзья, это было круто. Серия, да, у нас получилась такая долговатая.
Причем в ней море экшена. Вот. Ну, затянулась она не на шутку. Так, где дверь-то? А, во. Отлично. Домой. Домой. В анамнезе пациент. Задержка в развитии. Проблема в общении. Общении. И социальном познании патологической цикличные действия. Отмечены признаки синестезии. Наследственность предполагает восприимчивость к внешним стимулам и адаптируемость к партнерам. Неужели это тебя я искал столько лет? А ты нашелся прямо у меня под носом. Невероятно. Ошибки быть не может. Он совместим. Что за чертовщина? Воу, опять что ли экшен? Да, ребята, вы чё, мне передохнуть-то дадите или нет? А? Воу. Так. Что это? У меня патроны кончились. Ну что, друзья, эпизод пройден. Эпизод был долгий, активный. Вообще, жесть, короче, была. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. До новых встреч, увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.